Сразу предупреждаю, сегодня будет много доната. В этом видео прокачаем еще один новый крутой фрукт, сделаем рерол расы. Я себе хочу Минка, я 100% его сегодня получу. Но смогу ли я его прокачать на V2, ты увидишь в этом видео. Darkblade в этой серии его точно не будет. Он будет в какой-нибудь другой серии. 99% людей на меня не подписано, какого хрена? Нас давно было бы уже 100 тысяч подписчиков, если бы ты просто жал кнопку подписаться. Давай, я тебе дам 10 секунд. Раз... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну честно, брат, я же вижу, как ты любишь мой контент. Почему бы не подписаться? Даже если ты его часто видишь в рекомендациях, все равно оформи подписку. Просто выруби оповещение, если ты не хочешь, чтобы тебе приходили оповещения по Дорсу, Murder Mystery, Adopt Me и другим всяким играм. Я в Adopt Me, если что, сейчас не играю, потому что я не знаю как. А если ты подпишешься, и мы добьем 10 тысяч подписчиков, я, возможно, разыграю Darkblade. Ну честно, мне будет не жалко. Учитывая то, сколько я робуксов за сегодня потратил. В общем, видео будет крутое, как всегда. Все, что было сегодня, происходило во время прямой трансляции. Поэтому ссылка на мой Twitch будет в описании. Запасайся чайком, печенюхами. А за то, что ты не подписался, тебе реально чипалах прописать надо. Также не забывай то, что у нас имеется Discord сервер, в котором уже почти 2000 участников. И если ты, именно ты, станешь 2000-ным, то я тебе подарю Darkblade. Да, я вычислю тебя, я тебе подарю Darkblade. Ну или какой-нибудь перм-фрукт, который стоит не дороже Darkblade. Ну допустим, килофрукт перманентный. Ладно, шучу, разберемся. А тебе желаю приятного просмотра. Я создаю трибуну. Вот, при вас создал же. Ой-ой-ой, уже сколько людей зашло. Это все внесенные в наш вайтлист, которые могут присоединяться. Все подписчики не смогут сейчас зайти. Потом дам ссылку на випку, конечно же. Как же без этого? Без разноса экрана это вообще, это ужасная серия получится. Пока что успейте заценить мой скинчик. Надеюсь, меня никто не убьет, не тронет. Сейчас приду. За меня поиграет кресло. Здорово. Я не я, если я не в белом. Все исправлено, теперь я в белом сижу. Боже, нихера не слышу, как громко. Вырубим нафиг этот звук, нафиг он нам нужен. Все, будем играть без звука. Челлендж, без звука играем в глухую. Давайте, а круто же получится. Вы будете слышать ничего, вы будете слышать только мой голос. Кстати, и авторские права не прилетят, вообще кайф. Кто-нибудь хочет со мной затрейдиться? Спасибо за подписочку. Давай, Амогус, попробуй со мной затрейдиться. Я тебе дам свой килофрукт. А, ты не можешь его принять, блин. Ладно, позер. Тогда мы выходим с этого обмена конченого и все. С чего следует начать? Я думаю, вы хотите, чтобы я прокачал какой-то другой фрукт на V2? Мы так и сделаем. Я не знаю, стоит ли сейчас мне бегать с Будой? Типа, посмотрите, какой у меня Буда офигенная. Мы же его недавно прокачали на V2. Неужели мы с ним не будем бегать? Я думаю, нам следует с ним немножко побегать. Давайте кого-то замочим сейчас. Допустим, кого-то из вас, подписчиков. Давай его замочим. Точно, хаки врубить надо. Я думаю, у меня нифига не получится никого убить. Потому что я нуб. Вы это знаете. Да, меня сейчас аннигилируют. Меня убили, ладно. Мне не стоит лезть в PvP никогда. Мне не стоит вообще вот тему PvP затрагивать. Поэтому PvP не будет никогда на моем канале. PvP для позеров. Это только для челиков с киллофруктом V4. Иначе, ну без киллофрукта ты в PvP полный ноль. Офигел? А вы хотите, чтобы я все-таки PvP делал? Ну слушай, не знаю. Посмотрим, посмотрим. Давайте на трибуну кого-нибудь добавим. А то я сижу, один молчу. Я думаю, можно добавить Куся. Так, подожди. Это тот профиль? Да-да-да, это тот профиль. Так, Куся я добавляю сразу же. Скажи что-нибудь. Тебя слышно будет? Алло, еще что-нибудь скажи. Всем привет. Я говорю, о, тебя слышно, да. Теперь я тебя тоже слышу. У меня звук просто на минимум выкручен. И я реально никого не слышу. Потому что вы тут просто вот этот экран разносите передо мной. И из-за этих звуков, которые у вас там от пробужденных фруктов издаются, просто нереально глушит максимально. Где мой скин? Успел его заценить? Я да. Слушай, помогал бы такой девушке? Вот допустим, я бы был рыжей девушкой, ты бы мне помогал прокачивать фрукты на V2? Конечно. И я сделал операцию, теперь я девушка в Роблоксе. И думаю, это самое время начать прокачивать какой-нибудь фрукт. Какой фрукт вы хотите, чтобы я прокачал на V2? О, давайте, чат, пишите, какой фрукт вы хотите, чтобы я прокачал на V2? Я даже чат открою, чтобы вы специально могли написать. Вот, чатик справа сверху. Свет, свет, да? Смотрите, какие фрукты у меня есть. Не спрашивайте, откуда у меня все эти фрукты. Феникс? Да Феникса не прокачаю никогда в жизни, там 400-е мастерство нужно. Я что, дебил, по-твоему? Никогда в жизни. Мы не будем прокачивать Феникс никогда в жизни, вообще. Все вот это время...
путешествие вот до прокачки максимального уровня мы не будем прокачивать Феникса, никогда в жизни. Или может быть я шучу? Ну я же могу тебя обмануть, ты меня знаешь. Рамбл, тьма, магма, тесто. У меня магмы нету. У меня нету магмы, ребята. У меня нету магмы. Где вы увидели магму? У меня нету магмы. У меня есть только фрукт спайдер. Яд, спирит, грохочущий фрукт. А не знаю вообще, какие фрукты из этих можно на В2 прокачать? Драконий фрукт можно прокачать на В2? Я знаю то, что только килофрукт можно прокачать на В4. Это единственный фрукт, который можно на В4 прокачать. Тесто можно прокачать на В2. Зачем тесто прокачивать? Я думаю, тесто это по урону вообще херня. Я смотрел, короче, видосики вот у разных ютуберов, там, допустим, какой-то Винтер, да? Он там показывал обзор на тесто, ну, наверное. Ну вот, если это был он. И там просто там 100 урона наносят самыми максимальными прокачками. Это же ужасно, это самый ужасный фрукт на земле. Поэтому я думаю, я лучше свет прокачаю в этой серии. Блин, какой же интересный фрукт, он похож на звезду. Видите, у меня звездочка тоже есть, вот, на улыбке. Я думаю, тут мы 100% соответствуем, и нам нужно именно его и захавать. Все, тогда захаваем его и прокачаем сразу же на В2. Как вам такое? Начинаем серию с прокачки на В2. И давайте я вам кое-что покажу. Я вас сейчас максимально удивлю. Если ты не знал, я играл вне записи видео и накопил фрагменты. Угадайте, сколько фрагментов я накопил? Вот просто напишите в чатик. Давайте вот я почитаю ваш чат. Угадайте, сколько фрагментов я накопил? Это больше 1000 фрагментов. Я много накопил. Я реально много накопил. Я играл как задрот какой-то. Я сидел просто... У меня не было никакой личной жизни, я просто сидел и фармил. А я знаю сколько. Ну ты-то знаешь, да, потому что, Кузь, блин, мы с тобой вместе апали. 1к, 1 лям, 100к. Да нет, какой 1 лям, у меня гораздо больше. Ладно, шучу. 2к, 69. О, кстати, возможно, возможно. То, давайте посмотрим. Кто-то из вас, наверное, правильно написал. Давайте. Не подвела ли вас интуиция? Я апнул за все это время. Так, я тебя снова подловил. Ты не подписался, поэтому подпишись, даю тебе 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Я уже вижу, как процент становится значительно меньше. 50 тысяч фрагментов. Удивил ли я вас? Я думаю, да. Ну, может быть, не так сильно, как я хотел, но 50к, да. Этого хватит на сколько фруктов? Этого хватит на 2 фрукта В2? Ну, каких-то таких нубских фруктов по типу света. Ну, на 3 хватит. На 3 хватит, да. Типа 14 тысяч с половиной нужно на прокачку В2. Кто-то там вообще в шоке пишет, охренеть. Ролик записываешь? Нет, не записываю ролик. Ролика не будет на Ютубе никогда в жизни. Мы Ютуб забрасываем, я Ютуб продаю. За пачку чипсов пишите в ЛС. Ладно, у меня есть фрагменты. Все, что мне нужно, это пройти рейдики. Блин, давно я на свете не гонял. Давайте врубим хаки. Смотрите, теперь у нас черный посох имеется. Боже, как же это круто. И я могу летать, точно, полет света на букву F. И давайте сейчас долетим до вот этого места вроде как, там где у нас такое здание. Да-да-да, вроде бы это оно, и мы ровно по курсу летим. Блин, я так давно хотел летать на свете. Просто вот я все эти серии жалел о том, что я захавал какой-то другой фрукт вместо света. Ты прикинь, на В2, вот я знаю то, что мне кинули спойлер, то что на В2 я смогу это... свет использовать как полет с управлением, да? То есть я смогу контролировать свой полет. Да, можешь. То есть мышкой, если буду кликать по каким-то местам, то я смогу туда же отлететь, да? Либо как это работает? Ты просто мышкой смотришь в одну сторону, и он туда и летит. Только под прямым углом летает. Что это такое здесь? Такого раньше не было. Или это было? Что за термос поставили? Какой? Вот эту фигню. Он был? Да. Видимо, я настолько слепой и невнимательный, что просто, ну, я не знаю. Так, какой там был? Зелен... Ой, блин, нет, свет красный. Надо вырубить. Красный, зеленый, синий, зелен. Красный, синий, зеленый. Зеленый, синий. Окей, я все попытал. Попутал, ну, как всегда, да. Попытал. Попытал. Попыт, да. Я капец как переживаю, то что... Блин, прикинь, мы сейчас свет прокачаем на В2. Но я пойму то, что свет говно, и мне придется его заменить на другой фрукт. Андрес, зацени ник ПЖ. Отчим Андреса? Что? У меня отчим есть? Да ну нафиг. Отчим, а где ты пропадал все это время? Офигеть, у меня еще и плюс отчим за этот стрим. Если вы мои отчимы, то ссылка на Donation Alerts будет в описании.
Ну или где-то здесь на Твиче, я не знаю, где она находится. Ну где-то, короче, эта ссылка есть. Давай, алименты мне плати. Много людей спрашивают, то что, как зайти на сервак? Можно ссылку на сервак? В общем, я тебе скажу то, что сейчас на сервак не зайти. Сейчас мы будем делать прокачку В2. А потом уже после. Хорошо, я открою. Ой, спасибо. А он... Подожди, у меня есть алмазный фрукт вообще? Вот стор. Перемещен на склад. Кстати, не могу не сделать вот какую вещь. Вот сейчас я ее сделаю, и вы, наверное, все охренеете. Смотрите, мы заходим в магазин, и что тут имеется у нас? Смена расы, плюс один хранилище, плюс один хранилище. А давайте купим плюс один хранилище, почему бы и нет? У меня как раз не хватает места. Вы же мне хотите донатить, поэтому давайте купим плюс одно хранилище. Парил 400 робуксов. Так, и как понять, сколько у меня теперь хранилища? Получается, если вы мне будете скидывать фрукты, то оно как бы будет уже стакаться. То есть по два. Да. Попробуйте скинуть какой-нибудь фрукт. Я не знаю, у вас есть какой-нибудь фрукт, который вы можете скинуть? Не, у вас нету никакого фрукта, потому что его сейчас не ролили. Я тебе только что скину. Ну, у меня не было алмаза, понимаешь, поэтому я не могу это никак проверить. А подожди, он у меня принят, либо этот один плюс стор могу продать, или его принять как-то нужно. Начать я какую-то херню спамят. У нас, короче, скидывают, да, такие картиночки из точечек. Блин, жаль, у нас модерации сейчас нету, ну ладно. Короче, модерация Твича сработает, я думаю. А я могу его убить? Давай попробуем. Ой! У меня же этот блок срут не прокачан. Подожди, мне нужно статы сбросить. Ребята, посмотрите, мы играем за свет, и у нас статистика вот такая. Просто имба. Вот круто переходить сразу же с одного фрукта, с Будды, на какую-нибудь... Как это называется? Логию. Свет, тесто, огонь, лед, тьма, песок, смоук, магма, рамбл, близзард. Это все как отдельные вот эти вот категории. Да? Да, дракон и зверь. Получается, у нас какой-то сидит зверь, как ты сейчас сказал, который шарит за все. Но увидите то, что я нуб, я нихера не соображаю. Я только вот только что и делаю, это стою в АФК. И все. Ну, в принципе, фармилки так и работают. То, что ты. То, что можешь сделать, это стоять в АФК. Так, теперь давай посмотрим, какой скилл я смогу сейчас прокачать. Вот луч света, мастерство 1. Получается, мы его первым прокачаем. Кстати, вот в этом месте, вот в этом храме сраном, тут музыка с копирайтом, тут музыка с авторскими правами. Какого хрена? Это же, блин, Blox Fruits. Тут как бы снимают видосики. Какого хрена? Так, прокачал. Луч света, я помню, какой он у меня был. Теперь давай посмотрим, что сделает луч света В2. Полное дерьмище. Так, меня свет пока что разочаровывает. Вроде бы ничего не поменялось. Первый скилл атаки поменялся. Ну, это первый скилл атаки, да, луч света поменялся. Подожди, может, мне нужно перезайти в этот фрукт и юзнуть? Не, вряд. Да какая-то херня, блин, я не понимаю. Чё за фигня? Вот в чем разница вообще? Это зажми топчик. Дожми. А, да, нифига. У тебя а что это такое у меня в руках? А, ух. Типа, у меня стрела, офигеть. А, круто, слушай. Вот теперь я понимаю. Подожди, вот смотри, ты мне показал то, что у меня есть лук, да? Ну. Окей, давай попробуем стрельнуть вот в эти цвета. Охренеть, три стрелы стреляет, блин. А я стрелял, да, в пол. Все-таки получается, я сам позер, да? Сколько я потратил? Я ни хера не потратил, я наоборот больше заработал, чем я сейчас потратил. Да блин, что за гол... Что за фигня? Так, я улетаю нафиг. Я захвачу этот корабль. Я буду на корабле плавать. Да блин, я не могу на корабль запрыгнуть. Погоди. Сейчас корабль утопим. Этот корабль, наверное, из бедрока сделан. Я боюсь идти сюда, на этот остров. Потому что я знаю, если я туда вступлю, хотя бы шаг сделаю, то меня сразу же убьют. Этого я опасаюсь, я не хочу рейды перепроходить. Все твои подписчики, которые зашли в тот момент, у меня паунти немножко так подукрали. Ага, они тебя убивали. Понял. Ну слушай, в этом-то и есть минусы, звать именно всех и открывать доступ всем. Потому что зайти может любой человек, и потом хрен что ты сделаешь. Потом тебе только второй вариант, это покупать отдельный сервер. Вот именно. Так, мы опять прошли, завершили рейдик. Так, эта музыка... С авторскими правами. Я буду пытаться как-то ее своим голосом заполнить, чтобы, ну, как бы не было такого, что мне прилетит новое авторское право. Так, давайте нажимаем господство и апаем на букву F. У нас на букву F какое? У нас на букву F полет света. Все, получается, мы сможем управлять полетом света. Вообще кайфы. Mm-hmm. Давайте это затестируем. Как раз мне этого и не хватало.
Так, мастерство 10. И давай. Попробуем полететь на Луну. Так. О. А, подожди. А, а, нифига. Андрес, у меня для тебя фрукт есть. Нифига себе. Ты собрал фрукт? Давай, дай мне его. Блин, офигеть. Пока ты этот фрукт искал, я наслаждаюсь полетом света. Ты посмотри. Боже, как же это круто. Это максимально круто. Я, правда, не понимаю, как управлять этим полетом. Но вроде бы немножко разобрался. Боже, мы пролетели через эту фигню, через маленькое отверстие, офигеть. Посмотри, есть ли у тебя в инвентаре шиповый фрукт? Есть у меня в инвентаре шиповый фрукт. Давай. Шиповый фрукт. Есть один. У меня тоже есть. Сейчас тебе его скину. Давай, давай, давай. Но у меня теперь storage 2. То есть получается, я могу хранить в хранилище 2 фрукта. Ой, так, заберу его. Так, и сейчас положу его к себе в хранилище. Сторнуть. Офигеть. Вот. У меня 2 фрукта вмещается. Круто. Это мне не хватало. Тут сколько всего скиллов? 5 скиллов. Получается, нам нужно еще 3 рейда пройти, чтобы его на V2 полностью апнуть. И тогда мы сможем наслаждаться и апать все 100 уровней вместе с новым фруктом. Я думаю, это самое гениальное, что я мог только придумать. Это в начале серии апнуть новый фрукт на V2, чтобы потом с ним же и прокачаться. Давайте сбросим статы. Саб 2 Анкл Кизару? Что? А давай попробуем. Ну, давай реально попробуем. Давай. Вот допустим, сейчас я нажму на Twitter. Блин, вам нифига не видно, поэтому приходится менять расположение камеры. О, успешно! Офигеть, все, прикольно. Мы справились с этой задачей, мы как бы обнулили статы. И давайте, что мне прокачать? Можете посоветовать, что мне сейчас прокачать? Что мне именно нужно прокачать поинтов? Больше всего? У меня поинтов, сейчас я тебе покажу. Так, смотри. Рефанд, у меня 2397 поинтов. Окей. Слава богу, ни в оружие, ни в меч. Не мискликнул. Так, и сколько я сейчас буду носить урона, я не знаю. Давай попробуем долететь до острова и кого-то ударить. Ну просто попробовать. Допустим, они меня не убьют. Я надеюсь, я буду молиться, помолимся. Ой, блин, там босс? Не-не-не, слушай, я на босса не буду. В следующий раз попробуем на первом острове побороться с кем-то. Высадимся вот сюда. Блин, смотрите, как прикольно. И мы завершили рейд. Теперь, какой скилл мы сможем прокачать в следующем? 1000 скилл это на букву X, потому что мастерство 40. И давай, посмотрим. Что же X... Подожди. Я не смотрел, что X делает сейчас. Я уже забыл, что он делает. Шквал света. А, окей. То есть ты зажимаешь, и как бы шквал света происходит. Я понял. Да. Прикольно, прикольно. Давай. Прокачаем. 3000 фрагментов. Прикольно. Конечно, хочу. И давай, посмотрим, что теперь у нас будет. Hand of the Emperor. То есть теперь у нас рука императора, получается. И что я могу сделать с этой рукой? Нифига себе! Охренеть! Слушай, ну вот это меня поражает. Потому что шквал света, это ладно, ты просто пыль в глаза пускаешь. А тут ты сейчас реально так аннигилируешь. Вот смотри. Вот давайте вот этого NPC убьем. Вот ты посмотри, как это прикольно выглядит. Боже. Нет, слушайте, нет, против. Я буду банить сейчас челиков, которые в чате пишут какую-то херню. Не-не-не, можете писать магма топ, магма говно, вообще без разницы. Потом проверим. Потом будет проверка магмы, так что вы меня в любом случае не обманете. Когда-нибудь мы доберемся до магмы. Надеюсь, к 15-му эпизоду. Ближе к 15-му, может быть, 14-й эпизод. Посмотрим. Это будет отдельный выпуск, где мы апнем магму, вот так же в самом начале. И посмотрим, действительно ли магма настолько жесткая, как вы мне все говорите. Потому что, в принципе, вот каждый человек мне говорит то, что магма это самый имбовый фрукт по урону. Ну, а действительно ли это так? Мы это и проверим. Потому что вдруг вы меня сейчас обманываете. Вы 100% хотите, чтобы я магму прокачал, наверное, просрал все свои поинты, все свои вот эти вот фрагменты, которые я накопил. Посмотрите, у меня их 47 тысяч. Конечно, ты хочешь, чтобы я их себе просрал. Еще бы я их не должен был просирать. Для чего я их копил? Для того, чтобы просрать, конечно же. Я сейчас хочу посмотреть, сколько я смогу с меча нанести урон. Так, где? Так, челик, иди сюда. Ой-ой-ой-ой, он меня сейчас убьет. Нет, слушай, я к ним лезть не буду. Он меня почти что убил. Он меня, считай, ваншотнул. Это прикинь, если бы я успел долететь до твоего острова и пробовать с боссом там что-то сделать. То он бы меня сразу же в порошок стер. Я не знаю, в пыль. Поясни за шмот, давай. Сейчас кому что говоришь? За раса? А пишет ли он? А у Альтготи плавники. Ну он вообще фишман. Так, следующее, что у нас будет на прокачку, это у нас 80-е мастерство или Reflection Kick. И давай посмотрим, что за Reflection Kick. Что он из себя представляет. Да, я хочу прокачать на букву С, на Цшку. Так, и давай посмотрим.
Скорость света. Тебе надо на мобе проверять. Что за херня? На мобе проверять? Ты убил? А нет. А, ни хрена себе! Ни хрена себе, то есть получается, я просто на моба навелся, и он того моба просто уничтожает. Полностью его два, вот так быстро. То есть, всего-то, вот чего это тебе стоило? Накопить фрагменты, чтобы в начале стрима апнуть фрукт на В2. Это гениально. Пусть с ними Кусь справляется. Слушай, ты с тестом, конечно, имбовое отыгрываешь. Я вижу, то, что у тебя тесто прям, ну, очень круто выглядит. Го В2 тесто, он имба. В2 тесто хочешь? В2 тесто будет. Да меня убили! Меня убили! Вот смотри, я решил ответить челику. Слушайте, тесто это проклятая фигня. Нет, все, я согласен. Проклинаю тесто. Тесто мы никогда в жизни не будем прокачивать на В2, ребята, все. Я понял то, что это ошибка, это фатальная ошибка. Когда ты будешь прокачивать кило до В4? Хороший вопрос, слушай. Я думаю, кило на В4 мы будем прокачивать тогда, когда... В принципе, я достигну третьего моря. Это, во-первых, это вот первая, самая главная вещь. Дальше. Расу прокачаем, а потом... Потом уже, когда у нас все будет прокачано, тогда мы начнем заниматься килофруктом. Потому что килофрукт это полная имба. Я тебе говорю, когда ты увидишь килофрукт В4, ты, наверное, сам не знаешь, что килофрукт В4 существует. Когда ты его увидишь, ты просто охренеешь. Я думаю, это будет в самой финальной серии. То есть где-то 24-я серия, 25-я. Мы отдельно сделаем серию на обзор килофрукта В4. Поверь мне, вот честно, ты сейчас меня считаешь обманщиком лютым, но нет, килофрукт В4 существует, он реально существует, и он самый имбовый, он лучше, чем какое-то тесто, он лучше, чем магма, вот реально, магма по сравнению с килофруктом В4 полное говно, ну ты потом сам убедишься в этом. Ты же хотел Darkblade купить. Darkblade мы купим в другой серии, не в этой точно. В этой серии у нас уже есть контент, то есть мы прокачаем свет на В2. Согласен, слишком качаем. Много контента, это плохо. Да, слишком много контента в одном ролике, это очень плохо. Я думаю, Darkblade заслуживает отдельного внимания. Ну честно, вот Darkblade, это меч. Донатерский. Ну вот, и... Как думаешь, мы сможем прокачать на В2? Сразу, вот, допустим, я его куплю, на В2 прокачаем. Да, 5 минут займет. 5 минут займет. Окей, круто. А на В3, чтобы его прокачать? Там уже больше времени займет? Ух, там уж, да, достаточно много. Да-да-да. Я как бы понимаю, мне Груин говорил. Груин говорил то, что помнишь вот такие дела. Тех змей больших из воды, да? Да-да-да, вот сибисты. Я знаю то, что с них нам нужно руку их убивать. Да. С них рука должна выпасть, да? И это какой-то шанс маленький. Там прям вообще милиписечка. То есть... 1-2%. 1-2%. Окей. То есть я понимаю, осознаю всю эту сложность. Алло. А, то есть... Ты так и так сможешь залутать меч. О, да ну нафиг! Грунин пришел! Ребята, посмотрите, это не фотошоп, Грунин пришел. Грунин, скажи что-нибудь? Вау, 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 привет. Христос воскрес. Грунин, Христос воскрес. Грунин, поднеси, пожалуйста, микрофон вплотную к лицу. Вот реально, просто вот вплотную. Хорошо, ты скажешь. И поздоровайся со всеми. Привет. Привет, пупсики. Давно я с ним был. Слушай, смотри, Саня, меня оскорбляют за то, что я говорю, что магма говно. Как ты думаешь, прав ли я или нет? По факту магма говно. Ну реально, самый маленький урон. Я потом сделаю обзор на магму, и они все охренеют, они поймут то, что они не правы, они поймут то, что магма это реально в действительности говно полное. Потом, когда под конец третьего моря, уже под конец, под завершение всего вот этого приключения, мы будем прокачивать килофрукт на В4, вот тогда они точно охренеют. Килофрукт В4, он не сравнится ни с каким любым другим фруктом, он самый офигенный фрукт. Там такие офигенные способности. Там самые офигенные способности, там да, лучше, да. Чем тесто, вот реально, ПВП... Килофрукт В4, он просто самый имбовый. Какой там пароль? 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 Давайте я подскажу. Давайте я подскажу. Я специально вышел из этой пробирки, чтобы тебе подсказать. Красный, синий, зеленый, синий. Ну как, у тебя получается вводить? Да-да-да. Но это потому, что у тебя магмы сейчас нету. А так бы у тебя не получилось. Смотрите, видите, какой у меня офигенный скин? Вот я сейчас играю за такую прикольную девочку. И я бы хотел себе какой-нибудь офигенный артик. Вот если кто-то меня может нарисовать... А, точно, точно. Кусь, слушай. А где ты себе такой артик приобрел? Недавно на твоем видосике наткнулся на одну ссылочку ВКонтакте. Ага. Блин, вообще там дешево все, да еще и тем более красиво рисует, так что я тебе советую. Какого хрена? Алло, алло. Какого хрена?
Лена! Алло! Ты что за говно? Я просто утонул в воде! Я просто утонул в воде, не смогу фрукцию пробудить! Что за говно? Боже, какое же говнище! Блок с фрукт, я не знаю. Давайте удалим. Давайте его реально удалим. Давай, удаляй Roblox. Стрим заканчивается, мы удаляем Roblox. Все, всем пока. Все, Roblox удален. Больше не будет стримов, никогда в жизни. Я не могу последний рейд пройти уже третий раз. Последний? Да, все. Вы завершили рейд. Так, у нас мастерство за 110. Небесный луч. Так, ну давай посмотрим, на что небесный луч будет меняться. Давай. Подходим к этому челику, он аж горит. Он от злобы горит. Да, прокачать за 5000 фрагментов. И все. У нас это поменялось на... Врат of God? Что? Что это такое? Я даже перевести это не могу. Я настолько, я не знаю, глупенький. Ну давай посмотрим. Давай посмотрим, что это такое. О, нифига себе. Нифига себе. То есть я могу призвать метеориты. Типа световые метеориты. Офигенно. Давай проверим на ком-то. Давай, вот смотри, тут стоит бот. Смотри, бот никого не трогает. Вот чисто мирный ботик. Сейчас у меня кулдаун пройдет. Вот. Мирный ботик стоит. Мы его раз и убиваем. Чё за фигня? Свет наносит всего лишь 2500 урона. Короче, прокачка света — это, наверное, самое лучшее, что я сделал до 10 серии. Очень крутые скиллы. Есть возможность быстрого передвижения на свете. Ладно, давайте тогда теперь отправимся на наш первоначальный остров, кафешку. Кстати, трейдиться будем? Будем трейдиться. Как вы думаете? У меня фруктов нет, я нищий. У тебя фруктов нету, ты все просрал. Да, меня заскамили. Фабрика была взломана, центр защиты активируется через 5 минут. Что такое фабрика? Это возле кафешки. Ой-ой, что такое, это солнце там? Поглощение урона, все дела. Если хочешь, я тебя могу избить. Не, не надо. Мне так хватает того, что меня избивают постоянно подписчики. Да боже, меня убили! Так, давайте подойдем к торту. Как думаешь, какой у меня сейчас фрукт выпадет? Нифига себе, мне кто-то хочет пружинный фрукт тюхать. Давай, гони сюда фрукт. Ага. А, у меня фрукт забрали. Ну ладно, пофиг. Давай, подойдем к торту. Вроде как он может реролить мою расу. И давай посмотрим. Да, привет, сэр. Я тебе написал кое-что в JS. То, что ты можешь реролинуть свою расу на какую-нибудь рандомную. Ну вот, если ты мне заплатишь 3000 фрагментов. А какая у тебя раса сейчас? Человек. Я человекоподобный. Ну давай, попробуем. Попробуй. Давай. Извини, расы. Раса Груни. Ангел. Говно. Говно. Давай, реролим. Мне ангел не нужен. Если сказали, что ангел говно... Да блин, какой шаркмен! Идите в задницу своим шаркменом. Не, ну шарк вообще прикольный. Да какой ангел! Идите в задницу своим ангелом! Да какой человек? Идите в задницу своим человеком! О, наконец-то! Наконец-то! Да ну нафиг! Все, найс. И сколько я потратил? Где? Сколько я потратил? Охренеть! Просто чтобы стать кроликом! Что ты мне можешь предложить? Смотри, еще так будет кидать. У меня есть вот это. У тебя есть леопард. Ага. Да. Круто. Хочешь его? Да, давай. Крас 40%. Погнали. Ага. Выгодная сделка. Я думаю, да, это самая выгодная сделка, ну давай. Была не была, принимаем. 10 секунд, и у меня будет леопард. Да, согласен. Все, у меня будет леопард. Ну я тебя наебал. Я, как вам и говорил, леопард у нас будет. Да, леопард у нас будет потом, позже. Сейчас точно не до леопардов никаких. То есть, я, как и говорил, леопардов не будет сейчас. Я заметил то, что я начал бегать быстрее. Конечно, ты же Минк. Я знаю то, что в этом доме богача я могу залутать сундук. Давай попробуем еще залутать. Да блин, кто украл алмазный сундук, блин? Я вас забаню. Убей 8 хранителей этого завода. Давай. И, а где они? А где они? Видишь возле торнадо? Фабрики? А, вижу торнадо. И они здесь. Окей, давай, долетим. Блин, кайф, слушай. Очень круто то, что я могу теперь летать. Очень круто. И посмотри, я кроме того, что быстро бегаю, так еще и летаю. То есть, просто комбо нереальное. Это вообще не зря я выбрал себе реролльнуть расу.
чтобы быть быстрым, еще и свет использовать. Типа, знаешь, они друг с другом сочетаются максимально. Вот поэтому я и захотел так сделать. Почему бы и нет? Подожди. Подожди. Ты в курсе то, что у меня 2x опыта сейчас нету? Давайте тогда воспользуемся моментиком, зайдем в промокоды для Блоксфрукта и используем какой-нибудь промик. Блукси. Ну давай, Блукси. О, успешно, 20 минут. Все, у меня есть 20 минут, 2x XP. Прикольно. Что, долетим тогда до этого квест-гивера? Да блин! Да как пролететь? Это будет долго. Я чувствую, да, это будет максимально долго. Я буду как минимум сейчас минут 30 просто брать и херачить этих мобов. Будто ты что-то новое сегодня увидишь. Ну да, ты увидишь Андрессию с ушками кроличьими и с мечом. Света В2. А напиши в комментариях, что мне прокачать в следующем. Ну давай, я даю тебе сделать выбор за меня. То есть ты можешь повлиять на следующее развитие событий. Феникс. Ну слушай, я 400 мастерства хрен получу. Я хрен получу 400 мастерства так быстро. А подожди-ка. Подожди. Зайду в магазин. Так, подожди, что я могу купить? Смена расы, плюс один фрукт хранилища, 2x монеты, 2x мастерство. Вот я думаю то, что мне 2x монеты не помешают, поэтому мы их сейчас купим 100%. Покупаем 2x монеты. Все, куплено. И 2x мастерство. 2x мастерство. Все. У нас все это куплено. Теперь получается то, что у нас теперь есть игровой пропуск навсегда. Круто. Все, я стал немножко имбовее. Теперь я чувствую себя таким лютым донатером. Теперь Феникса, вроде как, я смогу прокачать 2 раза быстрее. Получается, Феникса уже можно считать как объект, который можно прокачать. Я думаю, вставлять, как я фармлю мобов, было бы скучно. Поэтому давай еще раз поговорим о том, сколько же процентов людей на меня не подписано. Это занимает 1 секунду. Если тебе не нравится оповещение о дорсах и прочих других режимах, просто выруби уведомления. Зато ты будешь видеть Блоксфрутс у себя наверху постоянно. Подписчики — это хорошая мотивация, тут я не спорю. И возможно, 10 тысяч подписчиков, как я и говорил, я разыграю что-нибудь интересное. Возможно, Darkblade. Или какой-нибудь первым фрукт на твой выбор, у которой не дороже Darkblade, естественно, потому что у меня столько робоксов нету. Ну а также напиши в комментариях, какой фрукт мне стоит прокачать следующим на V2. Только давай не килла V4, потому что это доступно только в третьем море. Теперь у 6 людей будет возможность зайти ко мне. Давай тогда я скину вам в чатик. Давайте я вот что сделаю. Я зайду в чат. Все, вот я зайду в чатик. И скину ссылочку. В общий чат. Все, я скинул ссылочку. Все, погнали, ребята. Погнали. Кто зайдет, тот молодец. О, уже первый зашел. Так, первый зашел. А, я даже знаю, кто это. Да, ты знаешь, кто это, да? О, я знаю, кто это. Да, это он. Я его ненавижу просто. А, 10 лямов? О, мой друг. Тут даже мой друг зашел. Да? Тут... Успел, да? Да, тут мой друг зашел. Да, у него ник Владкик. Он успел зайти. Окей. Им повезло. Круто. Везунчик. Так, у меня 50 секунд осталось, 2x XP. Я думаю, сейчас я следующий промокодик буду искать. Это лед? О, спасибо. Спасибо за фрукты льда. Огромное спасибо. Подожди, мы это использовали? Давай проверим. Проверим. Успешно! 30 минут! Охренеть, у нас 30 минут есть! Так, смотри, у меня 99 плюс статистики. Давайте тогда я буду вкачивать сейчас все в Блоксфрукт. Вот, 102 я вкачаю в Блоксфрукт. 1300. И теперь у нас ровное число. Напиши плюс в чат, если ты хочешь, чтобы у нас было 2 стрима по БФу. Чтобы ты наблюдал за тем, как мы АПМ 200 уровней. Хочу себя записать на какой-то смертный приговор. Типа... 200 уровней. Ты посмотри, нам вот сейчас займет 2,5 часа, чтобы 100 уровней апнуть. А дальше это будет сложнее. Так ты юзаешь фрукты, которые не актуальны. Смотри, я понимаю, что они не актуальны, но было бы неинтересно, если бы я просто взял одного Будду и на максимум прокачался с Буддой. Вот пойми меня немножко, то что для записи видео один фрукт не сгодится никогда в жизни. Ну вот реально. Неужели тебе будет интересно, как я с Буддой пройду весь БФ? Ну это реально, это ужас, это позор. Как я считаю, это просто... Это такой ужас полный. Лучше тогда вообще в БФ не играть.
Лучше тогда его просто забросить и, я не знаю, прокачать магму на В2 и с магмой ПВПхаться на 800 уровне. Некоторые фрукты, они не имба по урону, и они не имба для фарма. То есть это просто какая-то проходная фигня, которая должна быть прокачана чисто ради галочки. В принципе, посмотри. О, новый квест доступен. В принципе, посмотри. У меня в инвентаре есть фрукт Будды. Я могу его сожрать. Но... стоит ли это того? Так, новая локация. А, нет. Не новая локация. Я уже себя, знаешь, обрадовать решил. 16 миллионов XP. И это босс. Получается, босс у нас где? Босс у нас наверху. Ох, нифига, у тебя 2x-тор имба. Да, мы его сегодня купили. Так, 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 так. Так, сношу хп, да? Сношу хп. Опа, повышено. Круто, спасибо, что помогли мне загасить босса. Мы справились максимально быстро. Дам буду. Давай. Давай. Погнали. Погнали. Так, ой, ничего не вижу. Да блин, ну... Лети туда. Да блин, что ты отскакиваешь? Я даже не могу до кафешки доехать нормально. Не, слушайте. Управление светом, это херня полная. Так, ты мне там хотел Будду дать, да? Давай. А, разница в стоимости. Окей. Вот так. 35%. Согласен? Хорошо. Давай, 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 давай. Алло, Андрес. А я купил Будду. Пошли за мной. Ребята, я Будду купил. Огромное тебе спасибо. Не слишком имбовые фрукты. Ладно, давай сюда. Так, это кто? Спайдер. Ну пусть будет, почему бы и нет. Все, хороший обмен. Ну типа знаешь, почему я обменил? Потому что разница в стоимости, и я смогу это обменять на что-то лучшее. Поставь какой-то фрукт, который тебе вообще не нужен. Вообще прям говно не нужен. Ну допустим, мне не нужен песок. О, нифига. Давай. А, о, давай, вин. Ой-ой-ой, как круто. Подожди, я могу же что-то выбрать. Погоди, давай, знаешь, что выберем? Давай магму и спайдер. Магма и спайдер. Ты меня слышишь? Резина, свет, магма. Но у меня нету резины, света и магмы. Погоди, давай все-таки феникса я дам ему. Мне как бы, знаешь, не жалко. Ладно, я надеюсь, я его порадовал. Все, 5 трейдов из 5. Получается, на сегодня уже все. На сегодня я не могу ничего. Ну вот, человек даже спасибо сказал. Так, у меня есть 2 фрукта света, 2 магмы. Ой, меня убили. Есть 2 говно фрукта и 2 нормальных фрукта. В общем, еще раз спасибо всем, кто со мной трейдился. Я благодарю вас за ваши фрукты. Эти фрукты потом я буду применять, кушать. До приятного аппетита. Но леопарда в ближайших 7 сериях точно не будет. Только в третьем море. А если ты настолько сильно хочешь повлиять на развитие событий в моих видео, то давай, набираем 25 тысяч подписчиков, и я сжираю леопарда сразу же. Неважно, какая это будет серия, сразу сжираю леопарда, и мы идем немножко по другой схеме. Блин, а вы же можете 25 тысяч добить на изи. Блин, что-то я поспешил. Ну ладно, раз уже сказал, то так тому и быть. Если будет 1000 уровень, то можем проходить сюжетку. 1000 уровень? А сюжетка, подожди, да. Сюжетка это в каком плане ты имеешь в виду? Там есть какой-то квест? Вот знаешь, там есть еще такой, стоит там желтым обозначено задание, и там квест берет. Но только тебе нужен для этого 1500 уровень. Какой-то сюжетный режимчик будет. Прикольно. Все, мы апнули 875 уровень, теперь у нас новый NPC в грин зоне, это 500 метров от нас. Слава богу, у меня имеется свет, я могу взять и просто долететь. Это тот остров, где укроп растет. Прикольно. Покажи, что ты мне можешь дать. Лейтенант морской пехоты. Давай, сколько ты мне XP дашь? 15 миллионов. Подтвердить. Мне нравится, что здесь, в этом укропе сраном, тут так долго спавнятся вот эти челики. Короче, я просто возьму и полечу обратно. Я не хочу здесь находиться. Я лучше там нафармлю себе опыт. А потом мы вернемся сюда уже. Ну, честно тебе скажу, мне лень искать промокоды. Я поэтому возьму и как бы, ну, да. А ты, а не легче попросить своих подписчиков, чтобы они нашли? Никогда в жизни. Вы сейчас наблюдаете за тем самым моментом, когда я апнусь до 900 уровня. Повысил и повысил еще мастерство свое.
Да, 193 уровня. Да, не успел я за сегодня апнуть электрический стильбой до 200-го. Но это не страшно в любом случае. Мы еще успеем. Так, подожди, а где? Где челики? Последний давай. Давай. Все. Апнули 900 уровень. Так, компас что-то мне показывает. Компас. Так, найди NPC. А, понятно. Это просто у нас разблокировалось что-то новенькое. Вроде бы тысячный нужен, да? Так, он где? Он здесь. Давай. Привет. Я думаю, ты еще не готов. Ясно. Ты меня снова нахер послал. Ну иди в задницу. У этого челика вроде что-то новое появилось. Капитан морской пехоты. Только окей. Не бери класс. 16,5. Не буду брать, конечно, не буду брать. Андрес, стой. О. Что тебе нужно? Его просто нафиг украли. Есть квест, который ты скипнул. Какой? Можешь помочь победить 50 пиратов Свена? Давай. Не бери квест. А, 35, да-да-да. Мы проверим, как это работает в следующей серии. 5 трейдов совершено. 900 уровень апнут. В принципе, что у нас имеется сейчас в арсенале? У нас имеется много новых фруктов. Вы даже, наверное, не подозревали, то, что я начну серию, у меня будут уже какие-то фрукты. Там, допустим, тесто, яд. Нет, тесто у меня было. То, что у меня будет спирит, драконий фрукт, яд. Вот, пожалуйста, не трогайте меня. Поскольку я не могу минка апнуть на V2, я тогда вот что сделаю. Я пойду куплю новый фрукт. Давайте за ролем. И купим фрукт. Так, сочный фрукт. В этой серии мы успели сделать все. 900 уровень. Мы даже сожрали Буду под конец. Вы потом узнаете позже, для чего я сожрал Буду. Статистика. У меня еще 699 баллов свободных. И я их качаю в кое-что другое. Не в ближний бой, не защиту. Но это вы все узнаете в следующей серии. Я не знаю, как, правда, это будет все работать, как это будет вообще в действительности. Может, мне придется опять ресетнуть статы. На меня не подписано 99% пользователей вообще. Если бы они были все подписаны, то у нас было бы уже больше 100 тысяч подписчиков. Гораздо больше 100 тысяч подписчиков. Убедись в том, что у тебя нажата кнопка «Подписаться». Если мы апнем 10 тысяч подписчиков, я разыграю что-нибудь в Блоксрукте. Возможно, Dark Blade. Ну хрен его знает. Посмотрим, что-нибудь тут точно разыграю. В любом случае, мы заканчиваем эту серию и разрушим экран. Разрушайте экран.